Алиночка, что там читаешь? Короче, всем огромнейший привет. И мне вчера пришла вот такая косметичка Glam Bag, которую я заказывала сама на свои деньги. У меня порой бывают такие позывы, знаете. Это такая херня. Простите за мой французский, что просто что-то с чем-то. Я вам покажу, наверное, ее в следующем влоге сегодня, потому что на сегодняшний влог у нас другие планы, да, Алиночка? А ты зачем? Ну, в общем, антисептический гель, антисептические салфетки. Короче, полный провал, Glam Bag. Алин, скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. Давай тоже вот так вот сложим. Отдельный привет от Маркизоньки. Да, Маркизонька? Мальчики называют ее, иногда путают. Матильда называют. А Марка. Миша называет ее Маркой. То есть Маркиза Марка. Прикольно, кстати, Марка прям зацепилась, прикрепилась. Кстати, мы нашу кошку по особой программе на iOS смотрели, и она похожа на кошку Snowshoe. То есть, когда скрещивают сиамскую кошку с веслоухой. Как, я не очень ориентируюсь вообще в породах. И действительно, у нее бабушка, по-моему, веслоухая, а папа, наверное, сиамский, потому что такой окрас. И, в общем, у кошки Snowshoe, у нее белые носочки, характерный окрас лица. И что еще? И особая шерсть без подшерстка. Ну, конечно, шерсть у нее не так, как у Snowshoe, но вообще похожа наша маркизка на Snowshoe. Малина, пойдем. На маму прыгай, пойдем. Облизывает стекло. А что такое? А это что за весюльки такие? Кстати, девчонки, последние новости. Я заказала сюда шторы на любимом Васильке. Провела такой некий эксперимент. И, кстати, шторы у меня под индивидуальный пошив. Я прям держу кулачки, что все будет, что все получится. И, в общем, шторы такие с новогодними мотивами. В общем, жду не дождусь. Прям сегодня оформила заказ. А что ты тут бросила? Ты чё? Бантик, правильно. Как же мне уложить поинтереснее, посовременнее чёлочку, чтобы так необычно, да? И она же у меня сейчас во всей красе такая, но удлинение идет. Но для начала, скажете вы, Аня, помой волосы, да, помой голову, и вы будете правы. В общем-то, я сегодня протестировала новый тональный крем Сайхерб. И сегодня во влоге я все-таки покажу вам посылочку, которая пришла ко мне, ну, давненько. И очень интересная посылка. Все такое нужно и экономически выгодное, экономически оправданное. И скажите мне, пожалуйста, на Сайхерб бывает что-то из декоративки неудачное? По-моему, нет. Так, Алин, ты тут с Машей, да? С Машей, с Маркизом? Хорошо. С Маркизом. В общем, у нас кошка уже и мальчик, и девочка. Как только, ну, я вам говорила, мы ее не называем, не обзываем. Короче, тональный крем Эльф. Вот такой вот. У меня оттенок. А какой у меня оттенок? Ну, вот не подготовилась к видео, да. Короче, он позиционируется как новинка, и он позиционируется как без различного вида масел, минеральных в том числе. Оттенок, наверное, бисквы называется, но он мне подходит идеально. Если вы меня смотрите, то вы знаете, до какой степени я бледноличка. Прям у меня такой диагноз. Бледня-бледнёй, бледноличка, да. В общем, крем обалденный. Всё-таки обратите внимание, я ссылочку оставлю. Бюджетный, хорошо распределяется, хорошо ложится. Вот то, что доктор прописал. Слушайте, девчонки, я сейчас... Ну, с первого дубля у меня ничего не получилось. Сейчас лежу вот так, записываю. У меня так хорошо выглядит шея, декольте и вот подбородок. Смотрите, никаких складок с учетом того, что я лежу. Я сейчас, дело в том, что сменила уход и делаю специальным образом продуманный массаж. В общем, подсмотрела тоже на YouTube. Если вам интересно, я поделюсь, напишите, пожалуйста. Смотрите, то есть вообще круто, да? Короче, самые внимательные из вас, наверное, заметили, что с моей верхней губой что-то не так. Вот так вот, если посмотреть, верхняя и вот здесь немножечко. В общем, вчера я Алиночку укладывала в ночь, и она на меня так неудачно упала. Там, наверное, индус опять поет. Нет, ну это что такое? Включаешь ребенку мультики, да, и там на 6 минут клип индусский. Как бы я не давлю, да, там ничего пошлого, ничего похабного, но, блин, ну с детского контента уберите всю эту ересь.
Что я требовалось доказать? Это просто безобразие. Я буду жаловаться. Ой, они сегодня в ударе. Ну и вот, Алиночка так неудачно на меня упала. Каким-то образом, каким-то чудом она упала ухом на мою верхнюю губу. Представляете, да? Вы оцените всю масштабность события. А у меня же брекеты еще. И я так разодрала себе, ударила верхнюю губу. У меня был полный рот крови. Да, извиняюсь за такие подробности. Но вы же знаете детей, как они укладываются спать. У меня Алиночка, она просто вот скачет во все стороны. Ты что, никак не залезешь? Алин, снимай колготочки. Пописала? Снимай колготочки. Ну и я пытаюсь, конечно, из всех углов ее ловить. Вот что из этого вышло. Вот что из этого получилось. Кто это? Кто? Кто? Я? И Алиночка себе и ухо тоже разодрала. И у нее тоже кровь шла. Как вчера? Бобо было? Где у тебя бобо ушко? Покажи. Тут бобо было, да? И я в крови, она в крови. Мы с ней начали плакать. В общем, у нас был такой... Не то, что трагичный вечер, а такой сентиментальный даже вечер. Потом мы, конечно же, крепко уснули, успокоились. Алиночка, ты знаете, что она делала? Пока я закидывала белье в стиральную машинку, сортировала, она чистила зубы, в общем. Да, Лина? Да. Как ты чистишь зубы? Любишь чистить зубки? Да. Да, и мама чистит зубки, и папа чистит зубки, и мальчики чистят зубки, да? И Алиночка, Малиночка, правильно? Вот, вчера у меня верхняя губа так отекла, причем асимметрично отекла. И, конечно, я сразу представила, как бы я выглядела бы, если бы я уколола себе губки, да. Но вы знаете, вот эта сегодняшняя модная тенденция, что женщины колят губки для того, чтобы в основном, ну, они были более такими ровными, равномерными на протяжении своем, да, и более такими увлажненными. И я, в принципе, обмозговывала все это, и мне как блогеру приходят, в принципе, предложение, да, из нашего города Саранска, чтобы я приехала, и, ну, и как, ну, в виде такой рекламы по бартеру, да, я уколола бы губки и показала бы клинику. И я, в принципе, вынашивала вот эту идею, да, и я понимала, что я когда-то к этому приду, я сразу так представила. И вы знаете, я ничего не имею против вот таких изменений внешности. Да, я против смены пола, да, я против однополых браков, потому что это вообще ужас. Но я не против вот подобных изменений внешности, почему бы и нет, да, но без фанатизма. Вы знаете, я, наверное, с профессиональной точки зрения, я смотрю вот на какие-то посты в Инстаграм, я смотрю ролики на Ютьюбе, где девочки, ну, с увеличенными, так скажем, даже не так, это неправильно называется, вот именно с обколотыми губками, да, и каждый преследует свою цель. Кому-то нужно убрать какую-то асимметрию, да, кто-то вот, я как говорила, увлажняет таким образом свои губки, да, в силу возраста это делает. И мне вот сразу приходит мысль какая на ум. У этого человека заячья губа, волчий палец или что? Потому что много таких блогеров, и я просто в шоке. Вот у некоторых это прям так явно выражено, это так уродует, это так ужасно сделано, да. И потом я читала многочисленные отзывы, когда я еще училась, еще не было вообще в России вот этого всего по обкалыванию именно препаратами с гиалуроновой кислотой, и ничего такого нам не преподавалось. То есть я читаю всю, черпаю информацию в интернете, там в каких-то пабликах, в каких-то источниках. И я прочитала о том, что у некоторых вот это дело все, ну, понятно, рассасывается, да, у некоторых приходится все это дело извлекать, да, обратно откачивать. Это ужас ужасный. Хотя вот, допустим, мне очень нравится, как у Элечки сделано, да. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Но вот у некоторых блогеров просто ужас ужасный. Посмотрим. Посмотрим. Обязательно напишите ваше мнение, девочки. Если вы подкалывали губки, как вам нравится результат или нет. Как часто это нужно делать. И ваш вердикт вообще. Дорогой должен быть препарат. Либо подешевле, либо неважно. Либо все зависит от мастера. И у меня еще, знаете, какой нюанс? У меня стоят брекеты. Да, и когда мы обкалываем губки, то губки открывают зубы, да, и мне кажется, мои зубы еще не выглядят подобающим образом, они еще не встали на свое место, и мне кажется, я буду очень наипротивнейше смотреться в кадре, но стоит не забывать о том, что я все-таки блогер, и я буду снимать с накатом.
накачанными своими губами, да, ролики свои. И немножечко верхние зубы у меня сейчас подвинутся назад, и можно будет задуматься над этим вопросом. Ну, хотя сейчас уже не так все критично. Вы знаете, у меня есть где-то на телефоне зарисовки о том, как Алиночка активно собирается со мной, когда я крашусь. Пожалуй, я сейчас вставлю в этот ролик. И да, мои дорогие, отдельным пунктом я хочу поблагодарить вас за то, что вы так печетесь, да, прям в прямом смысле этого слова, о благополучии моего мужа. В прошлом влоге я рассказала о том, что я не заказала своему мужу вот эту вот мужскую продуктовую подарочную корзину, да, девочки просто в шоке, некоторые остались, девчонки. Мой муж, он не останется без подарка на свой день рождения. То есть, да, день рождения прошел. Вот завтра мы собираемся в город. У нас там очень много дел. И мы заедем в какой-нибудь Леруа. Мы заедем в строймаркет, если хотите. Там, я не знаю, что он выберет. И он купит себе то, что ему нужно, то, что ему необходимо. И то, от чего он получает удовольствие. Знаете, еще фетиш моего мужа в чем? Ему вечно не в чем ехать на охоту. Вечно у него нет охотничьего костюма, вечно у него нет подходящей обуви, хотя, мне кажется, мы каждый сезон ему что-то покупаем для охоты. Это кошмар кошмарный, серьезно. Это вот как мне нечем краситься, так и ему нечего надеть на охоту, представляете? Он уже задумал то, что ему купить, но это еще не все. Все равно у меня муж остался с подарком. Сейчас я вам покажу. Так, где у меня эта туалетная водичка? Алин, Малин. Может быть, на холодильнике осталось? Так, что-то не поняла. Алин, что такое мама нашла? Это подарок папочки, да? Смотрите. На день рождения мужа приезжала моя сестра со своим молодым человеком. И мы подарили мужу вот такую вот туалетную водичку. Это Lacoste Life. Life. Live. Life. Блин, я вообще английский забыла. Алин, давай откроем, покажем. Давай. Это для кого? Папа. Для папы, правильно. Ну ты моя, ты же моя золотая рыбка. Давай откроем. Да, коробочку рвать не будем, потому что все кончается на ум. Боже мой, какая это красота. Я даже не знаю, сколько это дело стоит. 40 миллилитров. Смотрите, вот такая вот упаковочка. И это запах просто божественный какой-то, вот чисто мужской такой тестостероновый запах. Очень стойкая вода. О, это такой кайенский перчик, такой чили, такой сильный аромат. Это что такое, Алин? Мама тут без бюста сидит во всей своей красе, в том, чем мать родила. Обалдеть. Вы знаете, в Avon был аромат Passion Dance. Но это, конечно, дешевый аромат, женский аромат. Вот есть в этом парфюме мужском вот та нотка Passion Dance. Вот кто любит, девочки, обратите внимание, я балдею по Passion Dance. Алин, понюхай. Пойдет папе? Нет? Понюхай давай. Пойдет? Нравится? Мне очень нравится. Папе тоже очень понравилось. Катя долго тестировала в... Господи, не на свадьбе, Летуаль, Леруа. В Летуаль эту водичку. Классно, удачно. У моего мужа очень много туалетных вод, каких-то пенок для бритья, шампуней после бритья. Но вот эта водичка ему зашла, конечно. Нам всем очень понравилось. Может быть, и стоило ему подарить что-то. Не знаю, щенки. Не знаю. Давай, где твой спонжик? Давай. Мама с дочкой собираются гулять. Где твой спонжик? Где? Поднимай. Так, давай, это налочку. Добиваем. Когда ты закончишься, я вымазаю. Так, давай, давай. Как мы красимся? Ну-ка. Чего ты? На-ка, красься. Ты же не хочешь? Ты мамин хочешь? На, красься. Из рубрики «Ну и рожа». Давай, давай. Все, красься. Вот, вот каплюшка. Вот, красься. Мальчики тут, смотрите, какие-то винчестеры разбирают. Муж специально им достает со второго этажа. Может, у них такая потребность есть. Какие-то фонарики, микросхемы, какие-то пластиковые штуки. Накрасилась? Теперь мама давай накраситься. Маме нужен SPF, потому что сегодня солнечно. Батюшки, давай, крася, крася. Господи, какой ты некрасивый. Ну, давай мама сейчас накрасится и пойдем. Мальчики у нас уже на улице. Там, наверное, всю песочницу
Ой, как? Песочницу, наверное, разобрали уже, разнесли. Немножко помята, потому что легла в 3:00 ночи уже, под утро получается. Знаете, что делала? Я разбирала ванну. Я мыла пол там, с бельем как-то определялась. И, ну, санитарную технику мыла, унитаз, раковину. Вообще. Ну, сегодня, надеюсь, в обед немножечко кеморну. Пока Леночку буду укладывать. Если она будет спать, конечно. Что, бусы нашла? Интересно. Тихо. Мамина ножка. Тебе еще надо хвостик сделать сейчас. Девчонки, у меня, так скажем, сегодня такое а-ля прямое отвлечение. Я начиталась ваших комментариев о том, что... Ну, вы знаете, что у нас проблемы с диванами, да? Вот это вот все дело, вся история. Вы пишете про чехлы, да? Для мебели, которые продаются на Али, там и бархатные, в том числе, есть всякие. Я бы не сказала, что они совсем бюджетные, да? Но как вариант. И смотрите, вообще стоит заказывать, не стоит, с учетом того, что у нас вот этот диван, он без... складок, то есть куда фиксировать чехол. Да, мы его натянем вот так вот, да, по периметру. А куда фиксировать, может быть, двухсторонним скотчем, прям я вот сейчас думаю, да, как вариант. Слушайте, я прям сегодня вечером займусь данным вопросом после того, как мы сделаем поделку Мишеньке в сад. И после того, как муж накрутит пельменей, я заставлю его измерить. Так, Алина, у меня где сантиметровая лента? Ты не в курсах? Ой, как я оберегаю от Алиночки вот эту палетку, да, Physicians Formula, но чувствую, что век ее недолг. Мне уже просто тени негде хранить, это баксом палетка. Ой, я такая в этом плане богатая, счастливая. Знаете, я когда была, ну, еще не маленькая, не молодая, как это правильно выразиться, раньше я до YouTube, я все время мечтала, что у меня будет очень много косметики, что я каждый день буду краситься чем-то новым, откладывать там как-то по очереди, ну, в общем, свои какие-то бзики, свои заморочки. И вот что получается, да, у меня оно практически все есть, то, что мне нужно, то, что мне необходимо. Девчонки, вот, кстати, воротничок из бисера такой классный, но я не знаю, что с ним сделала Алиночка. Видите, тут какие-то штуки. Надевала я его. Это работало прям, мне кажется, раза три. Короче, мечтайте, потому что мечты, они материализуются иногда. Если очень сильно верить, очень сильно мечтать, очень сильно желать. Вот так. Тут сегодня мы умничаем. Достала тени Шанель, чтобы, ну, они были на виду. И чтобы пользоваться. Алин, пока не ходи. Мама заговорилась, как обычно, как всегда. И сегодня, знаете, что наносила на веко? Вот, быстренько прям, да? Быстренько по ходу пьесы. Макияж мой называется «Успеть все за 10 секунд». Вот такие тени мальвы. Я вчера ими пользовалась. У меня оттенок. Какой оттенок? А какой-то оттенок. Оттенок у меня какой-то непонятный. Объем 4 мл. Ну, такой розовенький. Мне так они нравятся. Слушайте, такие непринужденные, незамысловатые. Просто чисто вот такой неярко выраженный шиммер и все. И такой свежий, бодрый вид. Какой-то отдохнувший. Сейчас реснички, помадка. Да, решила пользоваться помадами. Раньше все время были бальзамы, но помады надо тоже куда-то девать. Я сейчас плотно вешу на Фаберликовской вот такой помадке. Balm Lipstick. Действительно, такая непринужденная помада, не жирная, на губах не ощущается. В рот попадает, в ротовую полость, от нее не тошнит. Горло не болит от нее, не чешется, да, там где-то изнутри. Короче, как-то так. Алин, ты уже ушла? Иду. Просто хочется мне поговорить с людьми, да, а не только с детьми. Так, мои дорогие, пайхёрп. Хочу сказать, что сейчас из-за пандемии, которая опять набирает обороты, я не знаю, по всему миру, либо в России, только так на iHerb разбирают какие-то БАДы, какие-то витаминки просто молниеносно, и там нормальных витаминок просто нет в наличии, поэтому подписывайтесь на те витамины, которые вам нужны. Как только приходит оповещение, сразу их заказывайте. И, конечно, по... вот этому промокоду APM7563 вы получите дополнительную скидку 20%. И, конечно, нужно покупать себе, заказывать только качественные добавки, качественные витамины. И мне кажется, самые удачные витамины можно найти, оригинальные, я имею в виду, да,
только на эхер. Вот такой тональный крем сегодня на мне. Я им пользуюсь на протяжении недели, я о нем сегодня говорила уже, да. И просто без ума от этого тонального крема. Все тональные средства, консилеры, корректоры, пудру я заказывала за Херб. Они мне все просто дико нравятся, вот, ни больше, ни меньше. Ссылочку оставлю, посмотрите. Такие витамины вчера показывала. Элиф, Элайф, да, для женской энергии. И мне не очень нравится, я вчера говорила. И я стараюсь, знаете, как-то без фанатизма принимать БАДы, какие-то витамины, но все-таки делаю такие курсы. И вот такие витамины я планирую пропить всего лишь 10 дней, пьются они один раз в день. И то есть через каждые 20 дней, вот в этот осенний, зимний, весенний промежуток времени, я планирую пить вот эти витамины, как раз хватит. В моем заказе вот такие чипсы, это новинка iHerb, они без глутамата натрия, без искусственных усилителей вкуса, очень вкусные чипсы. Я накидала себе в корзину еще две позиции подобных чипсов, они картофельные, они вот как Pringles, просто без искусственных каких-то ароматизаторов и добавок. Детям очень понравились чипсы, мужу понравились, и я даже со своими зубами ела, потому что они не такие жесткие, а некоторые чипсы с iHerb, они прям совсем жесткие-жесткие. Советую обратить внимание, они довольно-таки бюджетные, особенно когда вот по промокоду вы, по-моему, заказываете, нормально получается, там есть разные вкусы, у меня вот оригинальные были, там есть со сметанкой, есть с лучком, супер. Потом я в этом заказе тоже брала две новинки, это а-ля так называемые супы бомжа. У меня был луковый суп, такой веганский, и у меня был куриный суп. Хочу сказать, что эти супчики съедобные, они весьма специфические на вкус, потому что в них нет глутамата натрия, то есть мы к нему привыкли, когда мы завариваем обычный среднестатистический российский суп бомжа. Там немножечко такой кисло-сладкий вкус, но к нему быстро привыкаешь, обратите ваше внимание, и там особая техника заваривания, то есть сначала наливаете теплую водичку, а потом вставите в микроволновку. В общем, прикольно. Для мамы я заказала вот такой жидкий магний. Давно я на него смотрю. Он с ягодным вкусом. Красная ягода, да? Red Raspberry. Короче, здесь он разводится прям как-то в чашке. Будем изучать. И в одной чайной ложке вот этого жидкого магния содержится 77% суточной дозы магния, да? Для организма, в общем, супер. И, ну, для сердечников очень нужно. Представляете, макароны у меня в заказе. Вы не поверите. И многие девочки мне пишут, что, Ань, ты со своими заказами iHerb просто разоряешь. Ты кошечке хочешь корма насыпать? Ну иди насыпь, иди. Позови кошечку, иди. Вот так вот ее позови. Вот так позови. Самостоятельная дочь. Сейчас все будет в кошачьем корме. Сейчас я ей помогу. Ой, на чем мы остановились? Так вот, по поводу растраты моих, да, дело в том, что я пользуюсь объемной скидкой, которая ко мне приходит с моей структуры, и получается очень даже выгодно, поэтому не переживайте, пожалуйста, ни один мой заказ iHerb не бьет по семейному бюджету. Последнее, что в моем заказике, это вот такие вот абсолютные новинки и на сайте, и для меня. Я прям как их увидела, я сразу их положила в корзину, но на iHerb периодически глючит корзина, они у меня куда-то пропадали. В общем, я заказала вот такие бальзамчики для губ, это доктор Пау Пау. Короче, все это дело очень знаменито в мире, потому что вот именно у бренда Пау Пау там куча каких-то премий по качеству и так далее и тому подобное. Они там супер органические. На позиции, смотрите, какая красивая упаковка, просто с шиммером, он бесцветный. Вот этот продукт, я так думаю. А вот этот продукт, это для сестры, я ей буду передавать. А этот продукт, он персиковый, идет именно с персиковым оттенком. А бальзамы не тинтованные, то есть никакой въедливой краски на губах вы в итоге не получите. Так вот, бальзамы очень комфортно наносятся, да, Линочка? У них приятный, такой ненавязчивый, едва уловимый аромат. И все бы ничего, девчонки, но для моих губ вот этого бальзама его недостаточно. Это Катя, мы отдадим нерви. Пожалуйста, это будет такой подарочек от нас. Вроде бы, знаете, поначалу наношу, все очень комфортно, да? Но потом я понимаю, что у меня обозначаются какие-то мои шелушинки и так далее и тому подобное. Прекрасный, приятный оттенок. Такой персиковый, не ярко выраженный, такой благородный даже персиковый оттенок у этого бальзама. Но потом у меня возникают шелушинки, которые я, к сожалению, сдираю, и потом мои губы выглядят просто ужасно. Посмотрите, чем занимается мой ребенок там. В общем, к заказику iHerb добралась. Может быть, у меня губы такие убитые, я не знаю. Но, в общем, факт остается фактом. Так я познакомилась с бальзамчиком Пау Пау. Так, отдай, сказала, отдай, 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 отдай. Отдай. Катя, я надеюсь, до тебя
доедет все-таки вот этот бальзамчик в целости и невредимости. Ладно, мои дорогие, мы с вами, с Алиночкой, будем уже прощаться. Вот такой у нас на сегодня влог. Такой вообще, знаете, налегке, на лайте. И мы ждем ваши комментарии, мы ждем вашу реакцию, вашу отдачу. Желаем вам, конечно же, здоровья. Не поддавайтесь этой гребаной пандемии. Мы сильные, мы прорвемся, нас дустом не отравишь, да? Особенно многодетные мамы. И совсем скоро мы с вами увидимся в новом ролике. И, конечно, спишемся в комментах. Пока-пока! Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in.